нас третья тренировка первого дня на сборах в РОК. Изучали новое ката. Сейчас все пытаются отработать нюансы, тонкости. У всех много вопросов. Похоже, это ката на гипсайдай. Каждый пытается что-то для себя нового запомнить, изучить. Все обсуждают нюансы, тонкости, даже шиканы, потому что это совсем новая ката идет, которую нужно все изучить. И эта ката одна из тех двух, которые будут в дальнейшем на соревнованиях. С этим ката будут участвовать на соревнованиях, на турнирах. И его будут уже оценивать максимальному количеству баллов. И это будет именно турнирная ката, которая будет именно на оценке.
черные пояса, задают вопросы, уточняют нюансы для того, чтобы понять, осмыслить, изучить новые ката. И вопросов на самом деле много, вроде вся та же техника, но есть определенные нюансы, которые приходится непосредственно уже уточнять шикарно, чтобы отработать досконально, изучить и в дальнейшем обучать своих учеников. Вот так вот. Вопросы даже есть у сенсеев четвертых данных. Поверьте, это очень хорошо, когда вы можете развиваться постоянно и постоянно совершенствоваться. Нет предела совершенства. Занимайтесь всегда спортом. Hey!